Дорохов участвовал в экстремистском сообществе и в составе этой организованной группы публично с применением насилия совершил действия, направленные на возбуждение ненависти, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения. По мотивам расовой и национальной ненависти он покушался на убийство Бабамирова, Бабоева, Ульфатшоева, Мансурова, Джалолова, Бабоева, Усманкулова. Кроме того, в составе этой же группы по тем же мотивам совершил убийство Арбобова, Мавлянова. Ролики были выставлены в интернете под различными названиями. Естественно, на видеороликах были установлены все участники данного сообщества. Они были в масках, часть была без масок, по голосам. Естественно, множество было экспертиз технических проведено, в результате чего были установлены. И плюс показания самих подсудимых, по которым уже ранее состоялись приговоры. Окончательно назначить Дорохову наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Оправдать Дорохова к предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 в отношении Ульфатшоева в связи с непричастностью к совершенному преступлению, признать за ним право на реабилитацию. Срок отбывания наказания исчислять с 26 января текущего года. Принято решение судом, вам понятно? Судебное заседание было закрыто.